Хей, йога, и с вами Шимги, мы продолжаем брать эти по называем Френбу. В прошлой серии мы остановились на том, что мы встретили нового друга, мы с ним познакомились, и теперь мы должны починить какой-то генератор, плюс сделать хрень. Так, окей. Может, давайте поищем, может, мы еще что-то найдем. Может, где-то я что-то опускаю все-таки. Потому что мне нужно, походу, либо еще шланги, потому что... Зеркало. Это король Жьяр. А, ну все, значит, это просто король. Я, в принципе, здесь ничего не вижу. Я тоже клоун, нихера нету. Стоять, у него там какой-то... датчик был. Маларант. Get ready. А. Манать. Get ready. Не, ладно, не хочу играть в мини-игруху. Погнали. Так, юзаем таблетки. А, вот, на столе что-то появилось. Так, шланг, у него есть своего рода разъем. Интересно, для чего он? Так, вот еще, походу, да? Кажется, это зеленый шланг. Осьминог. Так, ладно, давайте теперь попробуем. Бац. Не работает. Не работает. Не подходит. Я знаю, куда его. Я знаю, знаю, знаю. Тихо. Опа. Блин. Да, все. А вот этот мы с вами используем там, где у нас топливо. Где у нас вода, по сути, протекает. Ну, блин, там выемка вот эта, я не знаю, куда она. Нет. Значит, не так. Ладно, давайте, короче, тогда здесь мы... Блять, я могу есть? Могу, все, отлично. Так, АФМ это, походу, у нас ягоды все-таки использовать. Все. Делаем. Раз. Два ПФМ. Это фейл. И что теперь? Что мне нужно налить в эту баночку? Дайте R15. У нас 66, да, было? Давайте сейчас как сделаем. Я выйду. Зайду. Так, не подходит. Подходит, не заходит. Готово. Френбоу супермастер химии. Так, и куда мне тебя использовать? Да? Так, забирай. Так, я забрать не могу. Во что мне его положить? Ой, окей. Держу в курсе.
Я подачи топлива не вижу. Я не вижу, что мне делать. Я это я вижу, да. Только топливо замутил. Ладно. Сэр, вы можете повторить? Так, почини водяной насос. Мешает топливо. Просто сделай... Следуй стеноводовством. Это как раз... Короче, посрать. Я как бы сделал, слушайте, но я топливо не могу взять теперь. Синий туда, красный туда. Мне зарисовать типа? А, кажется, у меня есть FM. Это огонь ягоды. Так, ну куда мне брать их? Куда мне взять топливо? Вытяжной вентилятор. Не буду его трогать. Поджечь. Поднять. Включить. Да, и тут есть разъемник. Так, стоять. Где там был разъемник? Подогрев воды. Я не вижу, что оно запускается. Что? Блин, что за тупость? Блин, я хочу не глаз нажать, а. А спички. О, неужели? Думаю, если свет красный, значит это не работает. Бак наполнен водой, но я не могу взять банку. Как мне банку взять? Ваза без цветов, что ж, оставлю здесь. Почему я не могу взять? Я вижу, что готово. Она не берет. Это странно. Что мне делать? Ну, мы топливо сделали, но она не берет его. Как бы я ни пытался. И типа пустой банки мне тоже нигде нету. Ладно, давайте вернемся, когда я найду решение. Короче, народ, все ясно и понятно. И за лентом. У нас же там протекает же эта хер, да? Я возьму это из. Так, изолента хороша для пробоин. Закрытие пробоин, все. И нам, короче, нужно походу закрыть эту херь. И все. Банку я так и не смог взять, не знаю. Отлично, все исправлено. Я должна тебе похвалить и смекалку. Так, и что теперь?
А, у меня лампочка не горит. Всё, подачу воды можно сделать. Отлично. Френ, я наконец-то смог за... Так, починить от топлива. Тебе нужна помощь? Думаю, у меня тоже все получилось. Я сделаю все, что вы меня попросили. Очень хорошо, Френ. Похоже, все прекрасно работает. Да, все выглядит просто великолепно. Что нам теперь делать, сэр? Что ж, я хотел узнать, боишься ли ты кроликов? В одной из комнат есть маленький кролик. И я сильно его боюсь. Ты поможешь мне избавиться от него? Кроликов? Думаю, зависит от кролика, сэр. Учитывая все, что я видел, я не могу представить лишь один вид кролика. Это шоколадный кролик или рогатый с глазами убийцы. Тебе нужно увидеть самой. У этого розовый нос и синие ботинки. Он там просто сидит. Не моргает, не шевелится. Я постоянно пялился на тебя. Звучит очень страшно, сэр. Покажите его мне, иначе я никогда не узнаю. Ты очень храбрая, дорогая. Следуй за мной. Ну, погнали за ним. Может, нам откроют ту дверь, о которой он говорил? Да, он открыл нам дверь. Вот, видишь? Он просто сидит там. Разве это не страшно? Странное поведение. Как по мне, это просто игрушка, сэр. Она не будет двигаться. Не могла бы ты наладить с ним контакт? Я не осмеюсь его трогать. Хорошо, сэр, я возьму кролика и покажу вам, что здесь нечего бояться. И давайте сразу пилюлю заюзаю. Воу-воу-воу-воу-воу. Много всяких разных знаков. Кролик в штанах теперь и бабочки. Подождите, он теперь в моем костюме. А теперь в бабочке. Сначала мне следует... Так, глянуть на кролика. Мало ли что. Так, какие-то кнопки всякие. Видите, это просто пушистый кролик. Здесь нечего бояться. Ах ты, права, Френ. Здесь нечего бояться. Что? Не уходите, мистер Полночь. Это не смешно. И что это за фигня? Ох, почему ты испугал... Испугал и ты, Варда. В любом случае, милый. Ох, почему бы ты... В любом случае, ты очень милый. Ладно, так, какая-то батарейка. Я не успел? Или что? Да, я нашла батарейку. Так, морковь. Вкусная морковь. Карандаш. Но он мне не нужен. Так, кажется, это гаечный ключ. Он поможет он может пригодиться. Так, цилиндр. Привет, вы... Другая голова Итварда. Мне нравится ваша шляпа. Цилиндр. Итвард сделал бумажный кораблик. Эта лампочка... Не знаю, осталось ли им включиться или нет. Так, кстати, в таблетках что-то было. Воу. Ой, механический кролик, совсем не милый. Может, кролик злой и голодный? Или это то и другое? Давайте я ему морковку дам. Морковка для большого... Прибольшого кролика-робота? Он кушает. Дать батарейку ему? Можешь мне взять батарейку и объединить с морковкой? Нет. Так, рано. Ах,
Похоже, машина нуждается в энергии, чтобы проснуться. Так, сразу вижу, что эти таблетки уберу. Какие болты? Никогда не знала, что их... Что они... Что это? А, ясненько. Даже в курсе. Выглядит как небольшой вытяжной вентилятор. Так, вижу место для батарейки использовать. Ну вот, батарейка на месте. Да, заработала. Так. Механическая рука, ты жива? Так, кстати, мне нужно приподнять. Включить. Так, пустить, нажать. Так, ну это довольно легко. Воу. Вы ли это? Ох, черт. Мамочка, папочка, кто это сделал с вами? Почему вы здесь? Прошу, скажите мне. Так. Символ воды. Наверное, это с чем-то связано. Так, у чайника 4 состояния. Так, нужно еще одно состояние, да? Так, люк попытаемся открыть. Я видела подобное в кино. Вор всегда знает, что делать. О, это мне нужно слушать. Только двери не поможет, она заперта. Давайте в другую сторону. Не, там, короче, я думаю, может щелчки будут, но щелчков тоже нету. Странно. Ладненько. Просто обычные флаги. Блин, а что мне тогда делать? Где тогда не понимать? Так, ну что-то с цилиндром связано. Иена. Три. А, это вы имеете в виду циферки? One. Ну, короче, один. Два. Ну так я ж видел уже. Три. Крет. Четыре. Шанг 5. Ох, почему ты испугал Итварда? Так, теперь у него новая одежка. О, вот она что. У нас новые записи. Азан 8. 8 это направо. Шесть.
Блин, а я тогда не... В какую сторону ты направлена? Может, мне нужно, пока он будет жрать морковку? Так, 5 вправо. 5 вправо. 5 вправо, 6 вправо. Пять, шесть, семь где? Семь нету, да? Не, есть 6. Значит, 5. Так, еще морковку возьму. Пять. Шесть. Тогда... Так, пилюли уберем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 5, 6, 8, 9. Нет, что, короче, не так, не знаю. Слишком сложно. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Сложечно, сложечно, сложечно. Что по чайнику? Блин, нафиг передвинешь. Ладненько. Так, давайте, может... я не знаю. Как вариант еще есть. Как вариант, как вариант. Может, что-то с цифрами связано. Тихо, давайте типа запомним, в каком последовательности. Раз, два, три, четыре, пять. Типа звезда. Может, мне нужно теперь... Стоять, может, это и правда. 8. Сколько там было? 8, короче, 8. 8, 5. 8, 5. 8. 8, 5, 8, 6. 8, 5, 8, 6. Девять. Сейчас попробуем. Попробуем. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. 8, да, потом, или 6 было. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Так, а я все правильно вел? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. О, ручка повернулась. Да, значит, я промахнулся на одну ячейку. Я плохо вижу здесь. Совсем темно. Сюрприз, Френ, с днем рождения. Вечеринка в честь дня рождения? Я думал, вы хотите убить мистера Полноча? Мы соврали, чтобы отвлечь тебя. Мне очень жаль, что нам пришлось тебе обмануть, мой друг. Мы хотели сделать тебе сюрприз, моя дорогая Френ. Присядь, поешь торт. Ладно, спасибо, котик. Вы меня очень удивили. Спасибо вам, Итвард, сэр. Так, торт сделан из твоих любимых ингредиентов. Мистер Полночь мне о них рассказал. И у нас есть кое-что особенное для тебя, от твоей команды нашего корабля. Это значит от всех нас, существ, рожденных естественно или вручную. Держи. Надеюсь, ты найдешь его познавательным. Вот это да. Мне нравится упаковка. Могу я открыть, пожалуйста? Да, вперед, открывай его. Почему мне кажется, что там мини-котик? Да, мини-котик. Так, у него там что-то есть. Ух ты, игрушечный кот. Большое спасибо, мне нравится. Очень красивый. Он может дать твоим глазам новое восприятие, знаешь, как ультрареальность. Именно это происходит, когда я принимаю таблетки, сэр. И вижу ультрареальность? Ну, зависит от обстоятельств. Тебе нужны какие-либо пояснения? Да, пожалуйста. Смотри, ты видела смесь из различных реальностей. А ультрареальность — это невидимая комната, где все существа одновременно. Например, в это самое время и в этом месте у нас вечеринка в честь дня рождения. Но в ультрареальности постоянно происходят другие вещи. Более медленные, более быстрые или просто невидимые для человеческого глаза. Благодаря времени люди могут различать прошлое, настоящее и будущее. Возможно, определяет вещи так, ограничает реальность. Это помогает людям понять свою окружающую среду. У тебя другие восприятия окружающей среды, она не связана с определениями. Ты понимаешь, о чем я? Я не уверена, сэр. Думаю, возможно. У меня голова идет кругом. Ха-ха, что корабль то поднимается, то опускается. Задуй свечи, дорогая, мы скоро достигнем цели. Вы имеете в виду, что мы вот-вот будем дома? Ты слушала это, котик? Да, мы вот-вот прибудем. Правда? Ух ты! Как волшебно! Волнительно. Хорошо, сейчас. Ох, нет. Ой-ой, что происходит? Мистер Полночь, ты в порядке? Я в порядке, но надеюсь, корабль не сломается. Звучит опасно. Френ, ты должна помочь. Мне снова нужно ввести машину. Камалу уничтожили автопилот. Один остался в живых. Ты должна от него избавиться. Найди его быстрее. Как мне это сделать, сэр? Вода, она очищает от грязи. Поспеши. Не помни, она не может скрывать от твоих глаз. Боже мой, котик, мне страшно. Я тоже, мой френд. Мы должны найти Камала. Очень надеюсь, что вода его уничтожит. Пойдем. Так, хорошо. Тихо. Я знаю, где он может быть. У нас же вода в этом находится. Наверху. Погнали, наверх. Там же у нас генератор с водой. А не, я думал, что он тут будет. Так, он может скрываться от взгляда. Вот он. Вот
ты где? Гадость, ты разрушаешь корабль. Идвард сказал, что грязи, и меня нужно очистить водой. Даже если это сра... А ну-ка. Ничего себе. Она открылась. Она открылась. Это замочная скважина. Интересно, что произойдет, если найду ключ? В первую очередь мне нужно где-то воду взять. Тихо. Все, есть идея. Есть идея, которую можно нормально так провернуть. Сейчас мы поднимем... Ай, блин, а зачем я так хожу? У меня же там уже это, дверь открыта. Смотрите, мы поставим... Так, лейка. Чего? А, так... Так не подойдет. Почему я не могу взять, поставить сюда? О, все готово. Тут таким и так можно было сделать нормально. Так, теперь побежали. Комнату с маховиком. Так, воду использовать. О, не убегай, куда ты идешь? Так. У меня ж вода... А, у меня пропала вода. Скорее всего, он будет сейчас наверху. Погнали наверх. Так. Я могу с ним поговорить? Пожалуйста, не двигайтесь, мне нужно полить тебя водой. По идее, вот так. Так. Мне еще нужно повернуть. Это типа битва с боссом, считайте. То есть, мана тебе нужно, воды сколько? Кажется, я наконец-то избавилась от Камала. Я лучше. Нужно вернуться к Итварду. Блин, ну я опять пошел через... Ну я уже привык, поэтому ладно. Двойным кликом делаем все по-быстрому. Идвард, сэр, у нас получилось? Камал исчез? Они исчез, да. Причем, а может он? Он исчез, да. Но слишком поздно, дорогая. Я не могу доставить тебя домой. Мы снижаемся. Нет, прошу, не говорите так. Это нечестно, нечестно. Я всегда буду заботиться о тебе, моя дорогая. Грустный момент. И корабль падал, пока не разбился. Все было уничтожено. А корабль в виде мухи, если так посмотреть. Конец. Но это очень грустный конец, Идвард. Расскажи мне другую историю, пожалуйста. Хорошо. Это история обо мне и Френ Боу. О том, как она обещала никогда не забывать про меня и про магию. Хи-хи. Я обещаю, Идвард, я никогда тебя не забуду. Хорошо, я теперь пора спать, а теперь пора спать. Жди меня в своих снах, мой друг. Глава 4, часть 2. Предписание доктора. Да уж.
Опа, мы в каком-то городе. Эдвард? Ох, котик, мы живы. Мы пережили крушение? Неужели да? Мы же живы? Но Эдвард пропал. Он привез нас домой. Мы за... Так, мы за городом, Френ. Я чё это? Ты уверен, котик? Мы в самом деле дома? Я думаю, ты будешь счастлива это услышать. В чем дело? Просто мне интересно, где Эдвард. Я бы хотела с ним попрощаться. Может, ты примешь таблетки, чтобы увидеть его снова? Да, котик, я... Ну, я... Так, уже приняла все таблетки, видишь? Банка пуста. Так или иначе, пойдем домой. Может, Эдвард навестит меня когда-нибудь. Так, ладно, давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.